Интерес усатых полосатых к новогоднему дереву отмечают многие. В преддверии праздников на просторах интернета все чаще появляются видеоролики, где кошки буквально воруют украшения, а порой даже опрокидывают елку. Новый предмет в доме – одна из причин оживленного интереса к главному символу Нового года. Незнакомый запах, блестящие детали, игрушки. Праздничные атрибуты вызывают любопытство со стороны животного. По мнению зоопсихологов, в первую очередь именно шуршащие элементы украшения – мишура и дождик. А вот живая елка не так привлекательно для питомцев. Если ель искусственная, то она может и сама интересовать кошку, особенно если она не очень хорошего качества, потому что она шуршащая, у нее похожие на мишуру веточки, и вот кошкам бывает интересно их пожевать, они мягенькие, им это нравится. Если ель настоящая, то, как правило, она меньше интересует кошку, но интересует украшения, которые на ней. К слову, с украшениями стоит быть осторожным. Если кошка проглотит часть мишуры, помочь ей сможет только специалист. По словам ветеринаров, в канун Нового года таких обращений много. Встречаются и случаи особой тяжести, когда спасти животное можно лишь путем хирургического вмешательства. Это может быть полостная операция, когда хирург прямо вскрывает брюшную полость, осматривает кишечник и достает инородный предмет на все его протяжение. Или это может быть эндоскопическая процедура, когда через пищевод с камерой и лампочкой доктор достает народный предмет. Однако есть несколько способов отвадить животное от новогодней елки. На форумах часто мелькают бытовые советы. Уделять больше времени питомцу, поставить ограждение, закрепить рядом клейкую ленту. Специалисты же отмечают, что здесь лучше всего помогут цитрусовые. Я встречала советы разложить что-то, какие-то апельсины, лимоны, спреем воспользоваться цитрусовым. Повесить украшения повыше. И встречала советы елку или не ставить вообще, или закрепить на потолке. Такие меры предосторожности помогут сохранить здоровье питомцу и внешний вид новогодней елки. Александра Никитина, Владимир Куликов. Новости Улправда ТВ.